Шестое Всебелорусское народное собрание состоится 11 и 12 февраля в Минске. На мероприятии будут подведены итоги пятилетки. Делегатам, а это будут представители всех регионов республики, предстоит рассмотреть программу социально-экономического развития на 2021-2025 годы, оценить механизмы, с помощью которых предлагается обеспечить экономический рост и сохранить модель социального государства в сложнейших внешних условиях. При подготовке к Всебелорусскому народному собранию в стране был организован общественный диалог. В регионах работали диалоговые площадки, на которых обсуждались основные направления развития Беларуси. Напомним, три такие были организованы и в Лиде. Их участники вели речь о реформировании Конституции и законодательства о местном управлении и самоуправлении, о молодежной политике, социальных гарантиях и возможностях для самореализации молодежи и рассматривали вопросы, которые касались экономической сферы. Также предложения поступали и поступают в общественное приемное.